Всем привет, с вами Верлайт, и сегодня я бы хотел поиграть в Drag Racing уличные гонки. Судя по названию, понятно, что эта игра про Drag Racing. Вот прикупил себе волжаночку, чуть-чуть ее там занизил подвеску, наклеечки некоторые сделал. Вот Мустанг старый очень. Ну давайте сразу к делу. Я хочу побыстрее достигнуть шестого уровня. Так, вот самых слабых, так сказать. Сейчас прогреем чуть-чуть. Так, все. Так. Давай, первый переключайся. Нормально, вынаваливает. Капец, так тормозит. Следующая гонка. У него колеса несимметричные. У него передняя зеленая, задняя красная. Блин, я даже не знаю, как правильно звук сделать, чтобы не слышало. Слышно было. Вы видите, как тормозит? О, новый рекорд. Честно, я могу поставить помощнее. Не двигло, а... Там, короче, вот сейчас сами посмотрите, я вам покажу. Турбо. Вот, у меня есть такая штука. Смотрите, нажимаю. 218 сил. Тачкам. О, что-то тут у меня. Вот скажите мне, вот куда эти... Где посмотреть эти очки улучшения? Не понимаю, где их посмотреть? Где их можно посмотреть? Ладно, смотрите, поставил свою тачку по максимуму и решил погонять. Ну, вроде все нормально, да? Мощная тачка. И погнали. Давай, едем, несемся просто. Вот это мощь, даже передачи не хватает. И, ну, что произошло? У меня бахнуло колесо. Я постоянно не мог понять, почему, и решил просто убрать что-нибудь. Ну вот и убрал эту штуку. Теперь только 144 лошадки. Обидно. О, почти шестой уровень. Мне очень сейчас нужен шестой уровень. Мне дадут эти... какие-то зеленые доллары, если это можно так назвать. Я хочу купить одну очень хорошую машину против Жигули. Волжанка против Жигули, нормально. Я всегда играю на полуавтомате. Ну что на автомате, ну, как-то не очень. На... О, все, новый уровень. Так, монетки. Так, сколько? 26. Ну, нормально вообще. Нормально. Я думал, больше дадут. Так. Тут и ширина. Давай. Ага. Желтые колесики. Ой, твою дивизию. Случайно переключил назад.
Вот это звук двигателя. Я понимаю. Так, все, до зеленой дошло. Слушайте, можете, пожалуйста, проявить большой актив на этом видео? И тогда я пойму, что эта тема вам нравится. Я буду побольше снимать на этом подобии. Ну, видео наподобие этого. Если будет очень хороший актив над этим роликом. Вы уже номера, наверное, мои увидели там, да? Давай. У него чё, автомат какой-то, я не пойму. Как-то он странно едет. А, ты чё, ты куда поехал вообще? Давай, гони. Не понял. Чё там за двигатель такой? Чего, блин? Какого? Так. Поражение. Так. Ну, это не беда, не сдаемся. Ну, короче, как-то странно. Стартанул. Даже не замедляется, когда переключает передачу. Что-то я не пойму. В чем прикол? Че он не это? Нет. Ладно, окей, другие. Просто соперники. Так. Раз уж мы так легко 6 уровня дошли. Может и до 7 получится. Ну, я даже не знаю. Что у нас там по времени? Ну вот, по мере возрастания будем играть. Еще один... О, турнир завершен. Какой турнир? Еще один прекрасный пример отечественного автопрома. Он только-только переключил, что ли? Тут как переключаешь передачи, очень прям показано динамично. Переключаешь, тебя сразу назад тянет. Да, надо долго-долго ехать на первой. В большинствах случаев нужно, как стартанул, нужно подождать, пока противник первый переключит, или пока ты его обгонишь, и уже тогда переключать на вторую. Я так понимаю для себя, думаю. Если кто-то разбирается в этой игре, ну... Если не лень, то можешь написать в комментариях, можете, про эту игру. Что нужно делать, что я неправильного делаю. Или что нужно добавить для лучшей игры. И на каких оборотах переключать. Я первую передачу переключаю на 8000, а все остальные уже на 7. Да, на 7. Так, 126 сил против. Да. О, передний привод. Давай. И даже на 7,5 переключаю первую передачу. Топ сомневался. Так, мне кажется, или... Сейчас. А-а-а, так вот, снизу там есть температура шин. А, она не напрягается, когда я так дрифчу, да?
Классно. А я думал, она наоборот жжется сильно. Теперь понятно. Турбо. Там еще турбо есть. Наверное, тут нитро есть. Давайте до середины догреем. О, нормально. Нормально, нормально. Давай вровень. Все. Сдался. Ну, чё, как сдался? Машина сдалась. Капец. Так показано, как он тормозит, это... Так, со спецэффектами. Так, против 194 сил не буду, против Данила. Лещенко. Лещенко. Давайте против Кирилла Светогорова сыграем. Давай, 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 грей, 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 грей. Нормально. И... Давай, давай. Переключай первый, первый, первый. Ладно, я первый. О, нифига, так набирается быстро. Ворота. Я думаю, на моей следующей машине не будет так сильно перегреваться. Ну, или хотя бы купить новые шины. Эту волжанку я оставлю как на память. Вот, это же такая же машина, как в прошлый раз была. Так, все. Не-не-не, не перегонишь. Я тут, короче, решил зайти на турнир какой-то там. Ради... Чисто по приколу решил там с кем-то сразиться. Так он как полетел. Это вообще... Какая-то жесть. Там Марк 2 тюнингует. Офигел просто. С обвесами такими делают. Но я тоже хочу поднакопить. Купить машину и обвесы на нее сделать. Тонировочку. Да, вот это звук классный. Так, что у нас по чертежам? Может быть, чертежи уже накопились? Некоторые. Нет. Где посмотреть эти... Какие-то эти гаечные ключи. Не знаю, сколько у меня их. Так. Блин, надо тогда еще два раза. А, испытание, испытание. Нет. Нет, я затоп на... И решил чисто по приколу офигеть. Просто офигеть. Кто-то из НАТО, Хантер. Просто по приколу решил погонять, а оно здесь, они здесь вот такие вот. Тут даже плеер есть. Ой, тут можно подсветку снизу сделать. Классно. Так. Можно еще чуть-чуть погонять. Вот. О, тут у них ВК есть, что ли, собственный. А можно зайти, в принципе. Давайте вперед. Давай, 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 давай. Ага, первый, первый сдался. Первый переключил. Давай. Ну, как все, да? На ней только 4 передачи. На будущее... Нифига он быстро перелетел. На будущем будет 5 передач. Поэтому ее тюнинговать можно будет получше. Не, впереди не будешь.
Я думаю, волжанка нормально получилась. Ну, делал на скорую руку. Наносил эти покрасочки. Нет, нет. О, успел. Давай. Вперед. Давай, давай, давай. Ага, первый. Даже при переключении передач все равно там пробуксовка идет. Я вообще офигеваю. Правда, мне придется вот этот вот турбины и это все продать. И на новую машину потом переставлять. Все. 150 сил. Марк 2. Нет. Ух ты, а давайте ради прикола попробуем с ним. Давайте перепонтуемся перед ним. Ой, уже. Давай, и... давай, 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 давай. Что-то он как-то странно. Что-то не видно, что он. Ой-ой-ой. А, сил хоть у меня больше, но что-то. Давай, 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 давай. Нет, нет, не надо. Пожалуйста, ну. Все равно быстрее он. Ладно. Пу-бум-пу-бум. Ладно. Так, цель. Достигнута, 6-й уровень, даже почти с половиной. Игра классная. Если проявите актив над этим видео, то буду еще ее снимать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Warlight.